Любимейший мною автор Вадим Егоров. Сегодня я вам спою две его песни и следом еще Александра Суханова, который тоже я очень люблю его песни. Его трудно петь, правда, женщинам, потому что вроде так несложная мелодика в песнях Суханова, но он это так исполняет, что повторить это или сделать какую-то интерпретацию свою очень сложно. Вот. А сейчас Вадим Егоров. Не уходишь и не упрекаешь, как песок сквозь пальцы протекаешь, и никакое отныне не удержит панцирь, как песок сквозь пальцы, как песок сквозь пальцы. Оказалось, дурню, оказалось, что судьба потрафила на зависть, что ее посулы, как гроши денежат. С той самой юности. Ничего более красивого в описании Луны я не слышала в своей жизни.